Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем учиться играть песню Никсюши на Твиче. Честно, я вот то, что там про Overwatch и вот это все Skyrim, и не особо понимаю, о чем поется, но песня вроде бы прикольная, и сегодня мы научимся ее с вами и играть. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть просто новую укулеле? Тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка аж 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару! Гитару Карл! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как она у тебя будет выглядеть. Я настолько социальный, что не мылся пару лет. И я днями и ночами залипаю на Твиче. Все друзья мне говорили, найди девушку уже. Но друзей не забыли. Я ведь они все в голове. Меня никто ни за что никогда не любил. Но зачем это все, когда есть виртуальный мир? Пусть никто ни за что никогда не любил. Мне и так хорошо, со мной есть виртуальный мир. Я б себя убил, я б себя убил. Но мне не хватает сил, не хватает сил. Запускаю Steam, от реальности уйти, от реальности уйти. Я б себя убил, но мне не хватает сил, не хватает сил. И я запускаю Steam, запускаю Steam, от реальности уйти. Вау, а теперь? Погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И как всегда по классике мы с вами начнем с аккордов. Первый аккорд, аккорд ЕМ. Зажимаем с вами первую струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. То есть образовывается вот такая вот лесенка. Следующий аккорд, аккорд С. Зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. Третий аккорд, аккорд АМ. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. И последний аккорд, аккорд D. Зажимаем с вами четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Теперь вся связка полностью. Е, М, С, А, М и D. Мы с вами будем играть от начала до конца в этом же порядке. То есть один раз выучили, все спокойно играем. Теперь, что касается, собственно, аккомпанемента этой песни. В оригинале у нас с вами будет играться восьмерка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Ой, что-то так сложно, давай, Дарь, медленно. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Кто уже более-менее знает, что такое восьмерочка, можете использовать его. Да, единственное, вот этот вот бой мы будем делить на два аккорда. То есть мы не играем полностью на один аккорд, мы его делим. На первый аккорд у нас будет, ну, например, на ЕМ и АМ будет играться просто вниз, вниз, а на С и Д доигрываем. То есть получается так. Если вы соберетесь играть бой восьмерки, то сделайте так, чтобы ваша рука была максимально расслаблена. То есть, потому что ударов очень много, они очень быстрые, если вы будете коматозить, ну, звучать будет очень рвано. Поэтому максимально расслабьте руку. Вы даже заметили, да, сейчас я вам играю. Да, рука у меня расслаблена, ничего не зажато. Это вариант для таких вот ребят, которые любят трудности, любят играть восьмеркой и прочим. Кому сложно, вы можете взять следующий бой. На один аккорд играть вниз, вниз, вверх. Все. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Это будет играться один раз на один аккорд. И получится так. Выбирайте, кому как удобно, кто на что способен. Также, если вы уже не супер новичок и не супер еще профессионал, чтобы играть восьмерку, можете взять шестерку. Ее тоже поделить на два аккорда. Если что, шестерка у нас звучит вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз.
Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. На первый и третий аккорд мы опять играем по два удара. Вниз, вниз. А на С и Д, то есть на второй, четвертый, доигрываем. Можете также его взять. То есть у вас есть три варианта, как вы можете играть эту песню. Купил себе укулеле, вот уже несколько месяцев пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь давайте соединим первый куплет, там эти четыре строчки, в принципе ничего сложного нет. Я буду показывать по оригиналу, помните, кому сложно, играем вниз, вниз, вверх. Я настолько социальный, что умылся пару лет, и я днями и ночами залипаю на Твиче. Все друзья мне говорили, найди девушку уже. А если что, там у нас переходики немножко другие штучки в правой руке, поэтому на последние аккорды может просто играть удар вниз. Почему бы нет? То есть, но друзей не заводил я, ведь они все в голове. По первому куплету, думаю, более-менее понятно. Теперь перейдем к переходу. В общем, вот этот припев. Можем играть несколькими вариантами. Можем просто делать удар вниз на каждый аккорд. Причем такой мягкий удар, чтобы у нас с такими звучало переливами, да, то есть. Или же вариант поинтереснее взять 4, 3, 2, 1, один раз на один аккорд. То есть у тебя получится так. И так далее. У кого сложности вот с этими переборами, у меня на канале есть целое видео, обязательно посмотрите. Так, и так вариант подойдет. Выбирайте, кому как удобно. Со словами это будет так. Меня никто ни за что никогда не любил, но зачем это все, когда есть виртуальный мир? Пусть никто ни за что никогда не любил, мне и так хорошо, со мной есть виртуальный мир. Ну, красивенько звучит, да? Ну, так же будет тоже звучать нормально. Меня никто ни за что никогда не любил и так далее. Это у нас с вами был куплет и переход. Дальше у нас начинается, собственно, припев, который мы будем играть два раза подряд. А его также играем восьмерочкой, которую делим на два аккорда. Или же, кому сложно, играем вниз, вниз, вверх. То есть про вниз, вниз, вверх это будет так. Понятен, да? Но мы будем играть с восьмеркой. Получается со словами припев. Я в себя убил, я бы я в себя убил, но мне не хватает сил, мне не хватает сил, и я запускаю стим, запускаю стим, от реальности уйти. Сейчас еще раз будет. И я в себя убил, я бы я в себя убил, но мне не хватает сил. То есть вот таким вот образом у нас с вами будет звучать припев. Дальше есть второй куплетик. Второй куплетик аналогичным образом играется через восьмерку. Так же, как мы играли с вами первый куплет. Выглядит это будет следующим образом. Просыпаюсь рано утром, я не умер, это сон. Снова сраный кот не учит, а я думал, что он сдох. На день строил столько планов, пришло время все менять. Захожу в какой-то паблик, чтоб спросить, жива ли мать. Вот, это были первые четыре строчки. Дальше у нас с вами идет следующие четыре строчки. Также играем через восьмерку. Единственное, тут небольшой мат, поэтому я его не буду петь. Пошли путянки, у меня есть танки. Пошла работа, у меня есть дотка. Контр
Tribute War, вся FIFA и Battlefield, Lineage 2 и Skyrim. Вот да, помним, на вот этот дем последний делом удар вниз. Это было по красоте. Так, давайте соберем полностью второй куплет. Просыпаюсь рано утром, я не умер, это сон. Снова сраный кот мяучит, а я думал, что он сдох. На день строил столько планов, пришло время все менять. Захожу в какой-то паблик, чтоб спросить, жива ли мать. Пошли утянки, у меня есть танки. Пошла работа, у меня есть дота. Counter-Strike и Hearthstone, Overwatch и Bloodborne, вся FIFA, Battlefield, Lineage 2 и Skyrim. А дальше у нас с вами идет переход и припев. Помните, что переходим и делаем или удар один на один аккорд, или переборчик, да? Меня никто ни за что никогда не любил, но зачем это все, когда есть виртуальный мир? Пусть никто ни за что никогда не любил, мне и так хорошо, со мной есть виртуальный мир. Я б себя убил, я б себя убил, но мне не хватает сил. Запускаю Steam, от реальности уйти. Еще раз. Я б себя убил, я б себя убил, но мне не хватает сил, но не хватает сил. И запускаю Steam, запускаю Steam, от реальности уйти. Ну а теперь настало время это все полностью от начала до конца соединить. Я настолько социальный, что имелся пару лет, и я днями и ночами залипаю на Твиче. Все друзья мне говорили, найди девушку уже, но друзей не заводил я, ведь они все в голове. Меня никто ни за что никогда не любил, но зачем это все, когда есть виртуальный мир? Пусть никто ни за что никогда не любил, мне и так хорошо, со мной есть виртуальный мир. Я б себя убил, я б себя убил, но мне не хватает сил, не хватает сил. И я запускаю Steam, запускаю Steam, от реальности уйти, от реальности уйти. Я б себя убил, я б себя убил, но мне не хватает сил, но не хватает сил. И я запускаю Steam, запускаю Steam, от реальности уйти. Просыпаюсь рано утром, я не умер, это сон. Снова сраный кот мяучит, а я думал, что он сдох. Один строил столько планов, пришло время все менять. Захожу в какой-то паблик, чтоб спросить, жива ли мать. Пошли тянки, у меня есть танки. Пошла работа, у меня есть дота. Counter-Strike и Hearthstone, Overwatch и Bloodborne, вся FIFA и Battlefield, Lineage 2 и Skyrim. Пошел переход. Меня никто ни за что никогда не любил, но зачем это все, когда есть виртуальный мир? Пусть никто ни за что никогда не любил, мне и так хорошо, со мной есть виртуальный мир. Я б себя убил, я б себя убил, но мне не хватает сил, но не хватает сил. И я запускаю Steam, запускаю Steam, от реальности уйти, от реальности уйти. Я б себя убил, я б себя убил, но мне не хватает сил, но не хватает сил. И я запускаю Steam.
остались вопросы, какой же момент, как играть, или в принципе что-то непонятное, обязательно присмотри, по тайм-коду все я подписала, расписала. Ну или на крайний случай пиши обязательно в комментариях, постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Также не забывай, что ты можешь показать мне свои укулеле старания. Достаточно выложить любую песню или мелодию с моих разборов к себе в инстаграмчик, в любом формате, там пост или сторис. Самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения. Ну а для тех, кто хочет помочь мне в финансовом плане, то вы можете задать мне любую сумму на донат Alerz или подписаться на Boosty. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клёвые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.